Привет, Настя, очень рада тебя видеть. Расскажи, пожалуйста, коротко о себе. Мне 15 лет, я из Казахстана. Я работаю волонтером общественного объединения «Ангел» в городе Атбасар. А основное направление моей работы – это работа с детьми дошкольного возраста. И я провожу тренинги по профилактике ВИЧ-СПИД, а также участвую в мероприятиях и экологических акциях. Спасибо. Что тебя волнует больше всего по повестке после 2015 года и какие у тебя ожидания? Как раз в 2015 году я заканчиваю среднюю школу, и меня волнует дальнейшее мое образование, и чтобы высшее образование мог получить каждый нуждающий. Ну, спасибо. А каким ты себе представляешь мир в 2030 году? В 2030 году я представляю мир во всем мире, где чистая окружающая среда, чтобы было качественное образование, качественное медицинское обслуживание, чтобы не было бедных и чтобы каждый ребенок воспитывался в любящей его семье и просто чтобы все люди были счастливы и здоровы. Спасибо большое.